Сегодня 8 марта, так что, во-первых, всех с праздником, всех девушек. Так, пошли. Мы будем идти, но она не будет в кадре. Ну или будет, я не знаю, посмотрим. Да, мы, кстати, это, точнее, ну, я выиграла билеты на Дмитрия Карпачева. У нас 23 ряд, 9 и 10 место. И мы пошли бесплатно сегодня, хотя сегодня вход 100 гривен. Да, также сейчас мы... Ой, тут красиво все украсили. Сейчас я не знаю. Ой, ну красиво, это уже ми-ми-ми, скажем, вот такая вот штучка. Ми-ми-ми. Да. Как 14 февраля прям. Так же самое почти было украшено все. Также тут еще... Тоже у меня много всяких новых аттракционов появилось. Здравствуйте. Я уже поздравляла? А, да. Ну ладно, еще. С 8 марта. А, также еще, что хотела сказать. Сейчас мы идем на Карпачева, хотя я не знаю, там еще у нас минут, наверное, 25-20 осталось. Ну, я не знаю, по-моему. Сколько? 20 минут осталось, да. Так что, я не знаю, сейчас, может быть, пройдем, если найдем мастер-шеф, я пойду поздороваемся. Так, не упасть. Может, пойду поздороваемся, посмотрим, кто там вообще сегодня есть. Ой, сейчас, смотрите. Ну, красиво, все украсили, я не знаю, будет это видно, не будет, потому что тут солнце светит, я сама ничего сейчас лично не вижу. Короче, сейчас, наверное, обойдем вот этот кран, посмотрим, что вообще тут есть. Сегодня очень много развлечений тут будет. И да, очень много всего. Интересно. Да, тут карета с коней, точнее, с лошадкой. Лошадка. Бедная лошадка. Да. Так что посмотрим. А, еще тут будет сегодня Скай выступать, Люмье. И еще какие-то две группы, которые я так и не запомнила название. Точнее, я вообще не знаю. Зеркала исчезли отражения. Все сказанные слова, все принятые решения. Мне ноги режут в кровь осколки. Нет, я вновь не вижу след. Остались лишь пыли осколки, осколки. Осколки, осколки.
Що є сила, ні успіх, ні сто.